Должен вам сказать, что если бы такие заставы в мое время были, хотя были неплохие, допустим, Кижеватова застава, в нашем отряде вообще заставы были классные, в Брестском пограничном отряде, потому что отряд был лучшим в Советском Союзе. Ну и служить было очень тяжело. Постоянные проверки, да и нарушения, и нарушителей, наверное, все-таки тогда посерьезнее к ним относились, чем сейчас. В погранвойска я пошел сам. Я закончил университет в свое время, хорошо закончил. Я единственный сын матери. И, естественно, спецобразование, и тогда не призывали войска вообще. Но, учитывая то, что у меня двоюродные мои братья, все были пограничниками. И тот брат, с которым я вырос, я помню, как он ходил в войска и возвращался с пограничных войск. Весь там в медалях и орденах. Конечно, это сложило у меня соответствующее желание служить в пограничных войсках. Но когда я закончил вуз с высшим образованием, мы могли взять только троих человек, три места. Кушка, Даманский и Брестский пограничный отряд. Ну, я такой патриот и прочее, после событий на Даманском. Да, я пойду, говорю, туда служить. Думаю, если я так жестко поставлю вопрос, то КГБ меня туда отправит. Это были тогда войска КГБ. Помню, майор, он мне говорит: слушай, у тебя скоро сын родится. Я уже женат был. Ну, какой Даманский? Ты же не знаешь, что там будет. Я говорю: нет, я настаиваю. Если на Даманский, ладно, пойду на Кушку. Он говорит: нет, пойдешь в Брестский пограничный отряд. Здесь, на месте, ближе и прочее. Так прикинул, думаю, ладно, то вообще не возьму. И вот когда я пришел в этот Брестский пограничный отряд, я тогда понял, лучше бы я служил на Даманском. Это вообще кошмарная была служба. И дергали нас очень серьезно. И поэтому, как вы чувствуете, наверное, что для меня пограничные войска навсегда останутся очень важной такой частью моей жизни. Я так подумываю часто, если бы я не попал в пограничные войска и не служил, я бы не был президентом. Таких несколько в моей жизни моментов было, что если бы я их вот на своем пути не прошел, я бы не был тем, кем я есть сейчас.